Приветствую всех зрителей на канале Дипкодоискатель. Сегодня 6 градусов тепла. Красота. Одни не хочу, ребята что-то не захотели, одни заняты, другие холодно. Ветра нет вообще. Ждем находок. Сегодня будем пытать вот такое приспособление, я показывал. Но сегодня снега нет, так что она как-то, в общем, не нужно. Ну, не будешь же снимать пленку из-за того, что нет снега. Походим. Смотрите, какая красота. Снег растаял. Ходи не хочу. Ждем находок. Пленки. Начало хорошее. Десяточка. И это у нас монета. На первой минуте матча. Так, это у нас 15 копеек. 15 копеек. Рамочник, походу, да? А нет, щитовик. 15 копеек щитовичок. Ну вот. Первый монетос. Чуть почистил. Нет, это у нас 15 копеек рамочник. 1935, по-моему. Ну, отлично. Гуляем. Смотрите, какая красота. Пленка пока не отваливается. Минут 40, наверное, хожу. Больше цветных сигналов путных нет. Ну вот, пуля попалась. Так, зашел вглубь леса вообще. Очень чисто здесь. Но это хорошо. Если сигнал попадется хороший, значит сразу мимо не пройдешь. Идем дальше. Опаньки. На исходе второго часа у нас сигнальчик. Чистый, не похоже на эту, на банку, на крышку. Давайте посмотрим. Что это такое? Опа. Что, монета, что ли? Да вроде монета. Что за монета такая крупная? Не масон ли случайно? Ёпарный театр, это, по-моему, масон, 10 копеек. Охренеть. Или 5? 5 копеек масон. Сейчас почище, поближе покажу. Ё-моё, первый пятак мой масонский. Охренеть. Точно, 5 копеек. Я офигею. Смотрите, какой сохран. Какой там 1835-36. Офигеть. Вот это да. Вот это я выбрал сегодня покопать. Да. Офигеть. Вот в кои-то веки рядом с пеньком нашел монету. Сейчас будем все тут пробежим. Никогда не прохожу мимо ни одного пенька. И на тебе. Ну, я думал, крышка какая-то, банка консервная, а тут на тебе. Так, пленка пока держит, но уже начинает лохматиться. Для веток это не то, это для снега только. Ну, еще походим. Четкий сигнал, 18 был, думал. Неужели троечок? Нет, это у нас гильза. Очередная. Медная находочка у нас. Латунная, наверное, все. Так. Идем гуляем. Не пропускаем ни одного пенечка. Сигнал был мощный, цветной и сорвался в чернину. Еще одна находочка. Потеряшка грибников. Нержавейка. Старый советский.
Так, гуляем. В надежде еще одного масончика поднять. Теперь 10 копеек нужно, дедушка Бар. На этом, пожалуй, все. Оделся слишком тепло. В зимней куртке, термобелье. Мокрый весь уже. Так, что мы накопали? Офигеть, народ. 5 копеек масон, 1800 какой-то, 35-й. 15 копеек, 1935-й. Пули, гильзы, конина. Офигеть. Это нечто. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал.